Магаданский гастроном пятый месяц возглавляет рейтинг лучшего торгового предприятия Магаданской области в 2018 году. Супермаркет премиум-класса рассчитан на покупателей с изысканным вкусом. Здесь всегда есть эксклюзивные продукты, утиная печень и другие деликатесы из дичи, мраморная говядина, бельгийский шоколад, экзотические фрукты. Холодильники и витрины в гастроном – самые современные из имеющихся на рынке. В отделах фруктов и овощей – собственная система контроля влажности. В супермаркете огромный выбор товаров местных производителей – картофель, капуста, свекла, охлажденное мясо и молочные продукты. Наряду с колымскими продуктами на витринах большое разнообразие товаров, которых не найти больше нигде в городе. Всю продукцию привозят из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Краснодара. Всего в ассортименте более 100 тысяч наименований товаров. В маркете функционируют несколько входов, поэтому действуют две парковки. Кроме того, гастроном уникален и способами обслуживания. В нашем супермаркете есть касса самообслуживания. То есть, в принципе, там никогда нет очередей. Это очень популярно в ЦРС. В нашем городе это впервые. Да? Вы можете прийти, быстренько пробить товар, оплатить у нас только можете картой. И, в принципе, все. Каждый день на витринах свежая продукция. Гастроном оборудован мини-кулинарией. Здесь повар готовит салаты, закуски, вторые блюда и торты. Новый день – новые ингредиенты и меню. Также покупатели могут заказать товары, которые не смогли найти в ассортименте. Купить продукты на любой вкус и кошелек колымчане могут круглосуточно. В супермаркете «Гастроном» по адресу Карла Маркса, 48. Здесь работает служба заказов, а в скором времени откроется кафе.